Ну вот это вот тоже я должен показать. Так, вот уже 4 мая. Вербовый мед. Вот они сидят, кушают. Свеженький медок. Вот так вот хорошие семьи, которые развивались в тайге с весны, уже принесли вот столько меда. Все почистим обязательно. Так. Здесь побелка. Вот они уже пораздували рамки даже вот так вот. Вот, слава богу, в нашем районе весной, вот видите, им всегда было хорошо. Ну и пчелы достаточно были.